Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре я расскажу о мониторе LG29WN600W. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель вы найдете в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. А в комментариях пишите, что вы думаете об этой модели. Диагональ экрана 29 дюймов, разрешение 2560 на 1080, соотношение сторон 21 к 9, время отклика 5 миллисекунд. Подставка WLED, матрица IPS, глубина цвета 6 бит плюс технология FRC, частота обновления 75 Гц. Больше места для многозадачности. Разрешение 21 к 9 Ultra Wide Full HD обеспечивает на 33% больше места на экране по сравнению с дисплеем с разрешением 16 к 9 Full HD. Вы можете запустить несколько окон и увидеть больше миниатюр изображения одновременно. Детальный контраст. Для более полной реализации замысла создателя контента этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR10 с широким динамическим диапазоном, поддерживающим определенные уровни цвета и яркости, которые превосходят возможности обычных мониторов. Истинные цвета и шире выбор. Монитор отображает безупречную точность цветопередачи. С более широким углом обзора дисплей IPS может похвастаться 99% охватом цветового спектра sRGB. Размеры монитора 69 см в ширину, 31 см в высоту, толщина 7,7 см, вес 4,2 кг, цвет белый. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Опыт погружения. Этот обтекаемый дисплей имеет тонкую лицевую панель с трех сторон и не отвлекает от ослепительно точного реалистичного изображения, в то время как стереофонические колонки по 7 Вт с Max Audio дополняют ваш опыт погружения. Эргономичный дизайн. Стильный и удобный. Трехсторонний дизайн практически без границ и гибкая регулировка наклона большого экрана для оптимального расположения. Онлайн-класс с широким обзором. Удобная работа с учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превращающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс. Теперь вам не нужно постоянно переключаться между окнами, можно просто расположить их рядом друг с другом. Работайте с отчетами, размещая исходные документы рядом со сводной таблицей, без необходимости постоянно нажимать Alt-Tab. Управление с помощью нескольких щелчков мыши. Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши. Безопасное мерцание и режим чтения, уход за глазами. Безопасное мерцание уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает более комфортную рабочую среду для ваших глаз в режиме чтения, который создает экран с цветовой температурой аналогичной бумаге. Более четкое плавное изображение. С технологией AMD FreeSync геймеры могут испытывать плавное движение в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync практически исключает разрывы и искажения экрана. Динамическая синхронизация действий. Реагируйте на противников быстрее. С помощью динамической синхронизации действий минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Стабилизатор черного. Атакуй первым в темноте. Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и быстро укрыться от взрыва. Прицел. Лучшая цель. Целевая точка зафиксирована в центре, чтобы повысить точность стрельбы. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Один DisplayPort версии 1.4, два HDMI 1.4, один выход для аудио и наушников 3,5 мм. Также на задней панели находится разъем для подключения кабеля питания. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу об отрицательных. Сильный glow-эффект. Не работает Dual-контроллер. Задняя стенка из белого пластика. Звук из встроенных колонок хотелось бы получше. Смущает цветопередача. Недостаточная яркость. Не работает FreeSync. Родной HDMI кабель коротковат. Дешевые материалы. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и теперь расскажу о положительных отзывах. Соотношение сторон 21 к 9. Цена. Хорошо подходит для игр. Отлично подходит для работы с большими объемами информации. Не занимает много места на столе.
нереально тонкие рамки. Может заменить два монитора. Внешний вид. Наличие HDMI кабеля. Надеюсь, что обзор был для вас полезен, и вы оцените его лайком и напишите приятный комментарий. А я напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании. Не забывайте подписываться на наш канал и включать колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. Всем пока!